В Норвегии на ближайшие 2 месяца повысили уровень террористической угрозы с возможного до вероятного. Это произошло после того, как вечером в субботу в центре Осло было обнаружено самодельное взрывное устройство. Район оцепила полиция. Позже бомбу обезвредили. Взрывное устройство размером 30 на 30 сантиметров было небольшой мощности. Задержан подозреваемый. Им оказался 17-летний гражданин России, который давно живет в Норвегии. Полицейская служба безопасности арестовала 17-летнего россиянина, проживающего в Осло. Его обвиняют в нарушении статьи 142 пункта 3 Уголовного кодекса Норвегии. Этот человек приехал в качестве просителя убежища в 2010 году. По словам норвежских правоохранителей, подросток находился под наблюдением спецслужб, поскольку симпатизировал радикальным исламистам. Собирался ли он совершать теракт, пока не ясно. Сам он вину отрицает. Задержанный уже был известен полиции. Теперь важно выяснить, что он собирался сделать и были ли у него сообщники. Напомним, в минувшую пятницу теракт произошел в Стокгольме, столице Швеции. Мужчина на грузовике начал давить людей на центральной улице, после чего въехал в здание торгового центра. 4 человека погибли, 15 пострадали. Подозреваемый 39-летний уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, отец 4 детей. В прошлом году Швеция отказалась выдать ему вид на жительство. Мужчина признался в том, что совершил теракт, и сказал, что доволен содеянным. Полиция считает, что он сторонник Исламского государства, террористической группировки, запрещенной в России и других странах.